Шахтинске нашли тело 5-го горняка. Сегодня ночью там произошел выброс газа. Погибли 5 шахтеров. Ситуацию прокомментировали в МЧС. По их словам, создана специальная комиссия по расследованию аварии, по результатам которой установят причины и обстоятельства происшествия. Напомню, летом этого года на шахте имени Ленина нашли больше 170 нарушений. Это не единичный несчастный случай на казахстанских шахтах. Последнее происшествие было ровно год назад на Абайской, которая также принадлежит ArcelorMittal Темиртау. В забое вентиляционного штрека произошла авария с выделением газа метана и выбросом горной массы. В результате трагедии тогда погибли 6, еще 3 пострадали. По итогам расследования комиссия установила вину предприятия. В марте этого года на шахте «Саранская» погиб шахтер.